Поступил сигнал тревога. Дежурная группа на выезд. По адресу. На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Рязани вызов поступил днем 10 октября. На каждое сообщение сотрудники реагируют оперативно. Их обмундирование – это бронежилет, защитный шлем и табельное оружие. Дежурной бригаде сообщают только специальный код. Три цифры, которые не разглашаются. Каждая такая комбинация обозначает ситуацию, с которой предстоит столкнуться сотрудникам отдела вневедомственной охраны. В этот раз вызов поступил из рязанского кафе, где в ходе ссоры посетитель открыл стрельбу. Травму получила 43-летняя работница заведения. И хоть мужчина стрелял из травматического пистолета калибра 9 мм, пострадавшую женщину с ранением в области головы доставили в больницу. Мужчина с места происшествия скрылся. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обследовали близлежащую территорию и задержали злоумышленника. Им оказался житель Московской области 1980 года рождения. По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области, разрешение на изъятый травматический пистолет у гражданина имеется. В настоящий момент проводится расследование, выясняются причины произошедшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».